Так протекает жизнь ласточки-береговушек. Они находят песчаный склон где-то в районе реки, потихонечку роют себе гнезда. И живут там, усиживают птенцов, влетают ловить комаров, мух. Целый берег – это поселение ласточек. Они убирают такую высоту, чтобы до них ни медведь не мог добраться, ни другой хищник. Видите, какие норы? В высоком берегу. Они систематически вылетают оттуда с физгами, с писками. Целое поселение ласточек-береговушек. Видите, одна полетела, вторая. Там у них птенцы. Природа делает так, чтобы они малодоступны были для внешних врагов. Отвесный берег, снизу по высоте не подобраться, а сверху лапы медведь тоже не достанет. Вот так протекает жизнь этих ласточек. Видите, одна норка, вторая, целый городок. И тут тоже есть. Сейчас спай, поскольку они вылетают. Пока мы подошли близко, они не летают, ждут, что мы отождем. Вот видите, залетела в норку, еду принесла птицам. Вон они летают, видите, над нами. Рождаются, растут. Еще одна полетела, видите? Чем дальше отходим, тем больше они начинают летать. Вон, видите, полетели. Каждый знает свой дом. Не путай, где чья норка.